Всем подписчикам привет! Сейчас хочу с вами поделиться одним лайфхаком, полезным приспособлением, которым я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет. Это так называемый переходник для заправки многоразовых зажигалок, которые можно изготовить из иглы для одноразовых шприцов. Они доступны и потом зачастую выкидываются. Из этой иглы я сейчас покажу, как изготовить вот этот самый переходничок, который потом подходит для вот таких баллонов для бытового газа пропан-бутан, который по составу аналогичен газу, заправляемому в многоразовые зажигалки. Эта штука проверена уже и применяется много лет мной. И я сейчас покажу, как изготовить этот переходничок. Значит, берете шприц, можно использованный шприц одноразовый, любой, любого объема. У них иглы эти стандартные все. То есть игла надевается на этот шприц, имеет стандартный размер, который подходит хорошо для вот этого баллончика. Он надевается на баллон. Но когда мы его нажимаем, вот эта юбочка будет нас упираться. Поэтому для переходника вы должны эту юбочку убрать. Убирается она с помощью ножа. То есть вы берете ножик и отрезаете просто вот этот кончик, кольцо вот это. Аккуратненько отрезаете его. Получается у вас укороченный вот такой вот переходник. Для того, чтобы вытащить эту иглу, нужно ее согнуть под 90 градусов. И с помощью плоскогубцев, зажав их, вы сможете спокойненько провернуть ее и, расшатав, выдерните ее. Она вылезет у вас из вот этого наконечника. Вот я ее вытащил. И затем вот эти вот четыре ребра, которые будут нам мешать, вы должны срезать этим ножом. Для этого надеваете на шприц, на этот, и аккуратненько вот так вот ножом убираете вот эти вот ребра, все четыре. То есть вот так вот берете и срезаете это ребро. Одно, второе, третье и четвертое. В результате вы получите вот такой вот переходничок. То есть он будет гладенький, и он будет проходить как раз в гнездо для зажигалки. Я сейчас покажу вам, как эта штука работает. То есть вы надеваете его на баллон, на баллончик, и остается место для нажатия как раз. Затем переворачиваете баллон кверх головой и надеваете вот этот переходничок на как раз на это отверстие. Затем нажимаете. Видите, у вас заполнение идет зажигалки. И потерь газа нет. То есть вот так вот нажав, придержите. И таким образом заправите зажигалку полностью. Останется небольшое количество свободное. И потом эта зажигалка будет точно так же работать. Вот видите, она работает у меня. Это хорошая каталитическая зажигалка, которая работать может много-много времени. Но этот газ, вы увидите, если она прозрачная. Бывают непрозрачные зажигалки, но страшного ничего нет. То есть есть непрозрачные зажигалки, но они точно так же заправляются. У некоторых отверстие не позволяет пропихнуть вот этот
вот этот вот. Поэтому приходится немножечко их рассверливать, вот это отверстие. Но, в принципе, этого ничего страшного. То есть, с помощью вот этого баллона, здесь пропан с бутаном, и изобутан, он точно такой же по составу, как, который применяется для вот этих многоразовых зажигалок. И точно так же горит без копоти и безопасен. Но этого баллона, который сейчас стоит, ну, около 60 рублей, вам хватит на целый год надежно заправлять зажигалки. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. И хорошо, если я вам помог этим советом. Всего доброго.